«Мы своих не бросаем». Под этим лозунгом в Доме культуры «Улыбис Линей» прошел благотворительный концерт. Все полученные средства пойдут на помощь бойцам-участникам СВО, которые день и ночь рискуют своей жизнью, защищая интересы Родины. Майя Хамдохова побывала на концерте. Благотворительный концерт в Доме культуры «Аула Беслиней», организованный администрацией Беслинеевского сельского поселения, собрал аншлаг зрителей, среди которых участники специальной военной операции и члены их семей. Все полученные средства пойдут на помощь молодым бойцам специальной военной операции, для которых очень важна моральная поддержка и финансовая помощь. Каждый звуковой аккорд на сцене стал символом поддержки и солидарности, а обилие проектов, направленных на помощь защитникам и их родным, создал атмосферу единства и взаимопонимания. Неравнодушные зрители, гости и организаторы мероприятия внесли свой вклад в общее дело, став частью этого значимого события. Мы уже занимаемся этим 2 года. Не прекращали еще ни разу мы вот эту деятельность. Она постоянно идет сбор. Как денежных средств, так и питание, так и одежда, нижнее белье, маск, все эти техника, как я и говорила, это на постоянной основе. На благотворительном концерте, где полученные средства пойдут в помощь защитникам страны на передовой, участвовали заслуженные артисты республики, лауреаты международных конкурсов в мире музыки, художественный ансамбль адыгского танца «Синдика» и много других артистов. Для местных жителей этот концерт особенный, ведь дети Беслинея – это яркий пример того, какая невероятная сила может быть у детей, переживших войну. Их истории полны примеров самоотверженности, доблести и любви к жизни. Жители аула, особенно старшее поколение, пришедшие на концерт, рассказывают и вспоминают о том, что пережили дети в годы Великой Отечественной войны и что переживают молодые бойцы на СВО сейчас. Я одобряю это мероприятие, очень хорошее. Во всех регионах нашего государства это делается. Мы не хотим отстать от них. Беслинеевцы всегда были в передних рядах. Это наш аул, патриотический аул. Я уже не буду говорить, что 36-32 ребенка иммигрантских детей воспитанники нашего аула. Этим мы гордимся. Поддержать благотворительное мероприятие присоединился и Азамат Пхешхов, заслуженный артист Карачаева-Черкесии. По его словам, подарить радость и частицу тепла для участников СВО – это самое малое, что можно сделать. Хотелось бы еще поблагодарить тех людей, которые организовали именно вот сегодняшний концерт в поддержку ребятам с СВО. И желаем всем, чтобы поскорее к нам вернулись живыми, здоровыми. Мы за них переживаем, поддерживаем. Хоть вот так благотворительные концерты тоже, хоть где-нибудь какая-нибудь поддержка будет. Я надеюсь, им это будет тоже приятно. Майя Хамдохова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.